Всем привет, друзья! Перед началом просмотра ролика попрошу вас подписаться на наш канал. Шотландский актер и балетный танцор Джек Бернс, известный по сериалу «На виду», скончался в возрасте 14 лет. Подростка нашли мертвым в его доме в Гринвике. Причина случившегося не уточняется, однако в полиции заявили, что не рассматривают его смерть как подозрительную. Отмечается, что Бернс обучался в престижной балетной школе в Глазго. Похороны состоятся 12 декабря. Бернс появлялся в мини-сериалах, таких как «На виду» и «Один из нас». В балетной школе его называли следующими Билли Эллиотом. Свое прозвище подросток получил после выхода картины Стивена Долдри «Билли Эллиот», в которой рассказывается история 11-летнего мальчика, увлеченного танцами и мечтающего поступить в Королевскую балетную школу. 11 ноября сообщалось, что американская актриса театра и кино Лорел Грикс скончалась в возрасте 13 лет. Причиной стал сильный астматический приступ. Грикс появлялась в фильме Вуди Аллена «Светская жизнь», а также в сериалах «Луи», «Гуппи» и «Пузырьки». Спасибо за просмотр, друзья. Я хочу вам порекомендовать приобрести курс Матвея Северянина «Как зарабатывать в Инстаграме и в Ютубе». Для тех, кому интересно, ссылки в описании. Всего вам доброго.